Так, Злата, все, что случилось? Нужно быстрее. Ты куда? А, что, 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 псих, сори, не могу. Мы вроде это с тобой хотели. Да, не время, брат. Злата, что-то случилось, мне нужно быстрее бежать к ней. Давай, боже. Ты пока с хатой разберись, наша, с хатой разберись, давай. Фух, боже мой. Так, давай. Оба. А, хорошо, сюда. Так, оба. Перепрыгиваем, так быстрее, будет гораздо быстрее. Боже мой, что с ней могло случиться? Ну, если она мне позвонила, значит, скорее всего, вряд ли ее похитили. То есть она где-то, ну, говорит, домой приходи. Может, что-то, может, какие-то записку оставили, что-то ей принесли опасно. И она не хочет пока одна ее вскрывать. Ну и слава богу, если не хочет, так быстрее. Нужно просто к ней сейчас. Если я слишком поздно приду, то уже, возможно, не знаю, что-то может произойти ужасно. Да, боже мой, дайте пройти, молодой чебурек. Так, хорошо. Вот сюда. Теперь налево. Так, какой у меня там был этаж? А, да. Вспомнил. Так, 12-й вроде. Так. Опа. О, ну же, давай, лифт. Быстрее. Так, опа. Приехал. Так, что тут? А, Злата, открывай! Вот ты... Ой, я просто стучался. Почему так долго? Что? Почему так долго? Что случилось? Что произошло? Кто тебя? Кто на тебя напал? Кто пытался тебя убить? Кто тебя изнасиловать пытался? Что случилось? Сломался холодильник. Что? Ты мне позвонила, сказала, что какие-то проблемы серьезные, что что-то случилось, а ты тут всего лишь холодильник сломался. Да, это серьезно. Сраный холодильник сломался, как это серьезно? Смотри на него, тут и лед можно, тут и кровать. Ты мне позвонила, говоришь, что вообще жесть какая-то творится, прям жопа прямо вообще. Да холодильник это фигня, я думал тут жизнь или смерть, желторотики на тебя напали или да, что-то еще. Это жизнь и смерть, ты посмотри на холодильник. О, боже мой, что? Ну что с ним, с холодильником? Ну да, да походу придется. Все, не работает больше, все. Ну, давай мастера вызовем, отремонтирует пусть. Ну какого мастера, он полностью сломался. Ну и что ты предлагаешь? Новый купить? Ну, вообще... знаю, я здесь один этот магазин, где холодильники продаются. Если хочешь, можем, конечно, ну, сходить. Давай сходим. Ты так пойдешь в этой одежде, да? Не знаю, почему нет. Ну хорошо, да собирайся, давай, погнали за новым холодильником. Ну, деньги-то есть или что, как там? Да, есть. Ну все, да, пойдем. Ну, если ты готова. Пошли. Ты готова? Ну тогда пойдем. Знаю, да, одно место, да, где можно. Я буду по тебе скучать. Да, нужно будет потом еще его вывести, этот холодильник твой. Так, давай. Опа. Ух, Злат, ну давай ты в следующий раз, когда будет такая ситуация происходить, ты лучше сразу же говори, что случилось, а то, чтобы я не бежал, там просто у меня столько дел еще было, а ты еще говоришь, что так долго, капец. Ну знаешь, я все на нервах, у меня такой классный холодильник сломался, ну знаешь, ну такой хороший. Да что, ты без холодильника пару дней прожить не можешь, это даже не такая важная вещь. Важная вообще-то, ты что? А холодильник. Что, ты не что, можешь? Ты знаешь, как жить без холодильника сложно? Да легко, консервы купил, гречку купил, да макароны консервы, купил. Боже, там. Это вообще еда. Ну конечно, смотри, берешь пачку макарошек или гречки, высыпаешь, значит, оно варится, в это время на сковородочку это, закидываешь тушеночку, хоп-хоп-хоп-хоп, потом уже макароны сварились, маслица добавил, или там гречка, закинул туда, сыра нарезал, ну сыр, кстати, да, может испортиться без холодильника, но неважно, да, без ну сыра вот. Можно. Вот, ну и короче, все, белиссимо, и соус добавил, и похавал. О, кстати, приехали. Какая-то странная еда. Нормальная еда, очень вкусная и питательная, не испорченная женщина. Вот, а приготовишься как-нибудь и попробуешь. Так, ну ладно, мы приехали, пойдем. Пойдем. А что это вообще за магазин? А, ну он в моем доме находится. Неплохой такой магаз, там можно и всякие другие штуки посмотреть, если ты хочешь. Там, ну, много разных вещей. Есть холодильники, плиты. Под плиту хочешь себе заменить? Да, моя мне вполне устраивает. Вот, холодильник. Я тоже там кое-что тебе посмотрел, мы просто с моим другом живем, с психом-то, да? Дед мой, дед. Да. Ну да, как дед-то, ну ты знаешь, я тебе историю рассказывал уже. Да. Вот, ну и соответственно, у нас там в хате полная разруха сейчас. Нам бы холодильник тоже не помешал, поэтому я сейчас пойду, заодно, может, заранее для нас что-нибудь выберу, какой-нибудь холодильник. Вот такие вот дела. А, пойдем, здесь рядом магазинчик, хорошо. Рядом, да. А вот это фото или что-то? Да, там все, там и мебель, и электроника, и все, что только нужно. Ладно, пойдем, не будем терять времени. Да. Смотри, какой чешек паучишка прикольный здесь. Ух ты, какой. Твой. Ладно, пойдем. Великие паучишки. Это граффити здесь рисуют всякие молодежь, вот. Да. Здравствуйте. Добрый день. Как это, мне кажется, молчаливый. Просто, да, молчаливый. О, смотри, вот это дело.
Вот, смотри, вот холодильник такой, смотри. Вот, смотри, у тебя только. Да, у него, кстати, прикольная такая расцветочка, но не знаю, мне кажется, по твой дизайн дома не подойдет, не? Ну почему? У меня там все разберзовое. Надо бы консультанта позвать, мне кажется. Да, я подожди здесь, я пока выбираю что-нибудь, посмотри, я консультанта позову. А, консультант, извините, консультант. Здравствуйте. Вы консультант. А, я вас помню, да. Да, хорошо, пойдемте, консультант. Вот, значит, вот мы с моей подругой, Злата, подойди сюда, вот. Мы хотим выбрать холодильник себе домой, как бы, да, вот, может, подскажете что-нибудь? Так, холодильники вам, ну, в какую сумму больше? А, я не знаю, ну, типа, Злата, в какую сумму тебе? Ну, смотри, да, хоть вот это главное, самый чтобы бюджетный за 10 тысяч кредитов. Не бюджетный. Это что за коробка? Что это? Это что, гроб? Ну, это из старых поколений холодильники, но самые дешевенькие. Ага, дальше, что там еще тогда есть? Тогда могу подсказать вам вот из этих трех. Смотрите, вот эти два, они, в принципе, почти одинаковые, но у этого есть дополнительные шкафчики, то есть, вот, можете посмотреть в них. А вот этот снова с новейшей технологией CryoLife позволяет замораживать все что угодно, держать абсолютно нормальную температуру. Также здесь можно наливать напитки себе, наливать холодный лед, то есть, например, а можно переключать панели, все что угодно. Слушай, да он почти такой же, как у меня был, возможно, даже круче. Да, а вот, девушка, не подскажете, типа, а вот расцветки, значит, да, просто, Надя, я вот смотрю на него, да, вот он какой-то, ну, он, конечно, круто выглядит, но вот, моей подруги дома, у нее просто, ну, другой стиль, другой дизайн. Вы что-нибудь вот в таких вот цветах, может быть, как вот этот холодильник, есть у вас вот такая вот модель? Как вот в таких цветах? Погодите, мне нужно проверить на складе. Возможно, в принципе, такое есть у нас. Ну, несколько расцветок есть, но посмотрю сейчас. Ну все, да посмотрите, да, у себя там на складе или где. Все, она пошла. Так, ну смотри, Злат, тут этот холодильник реально, ну, похож на твой. Он очень крутой. Да я даже сказал бы, другая модель. Тут, смотри, немного какие-то больше кнопочек каких-то или что-то такое. Непонятно. Наверное, по современней. Да, термальную воду может делать, понимаешь? Термальную воду, понимаешь, может делать. Может, пока идут, смотрят насчет этого. Возможно, что-нибудь здесь еще, смотри, какие-то плиты есть, прикольно, смотри. Может, все-таки новая плита, вот это, смотри, индукционная есть, да? А вот лазерная, смотри, лазерная плита, кажется. Мне говорят, смотри, снизу такой голубенький. О, хотя этот вот с красненьким мне нравится больше. Так, здесь есть консультант или нет? А, знакомый голос, погоди, знакомый голос. Эй, псих! Кто там орёт на себя? О! Здорово! Ой, здрасте. Это называется у тебя важные дела? Так, ну да, что ты это начинаешь, ну это, псих. Вообще ты мой холодильник выбираешь. Да, вообще ты мой холодильник выбираешь. Очень важно, вообще-то я за целью пришел. За целью, ну слышь, псих, мы с тобой не миллионеры, можем холодильник подешевле купить. Вот мы с Владей берем вот такой вот холодильник, смотри. Ни хрена, да я бы тоже такой взял, знаешь. Так, я бы тоже такой взял. У тебя такой в доме и был, кстати, похож. У тебя вроде дома вот такой был, да? Ну, по-моему, ну может чуть это. Слышь, нам домой не нужен слишком крутой холодильник. Может быть, вот это такой вот возьмем, слышь, псих, вот такой вот небольшой. Не, ну это совсем колхоз. А так а че мы в холодильнике? Не, чувак, мы в холодильнике почти ничего не храним. Нам-то огромный, мы же че, мы питаемся в ресторанах, там, в подворотне. Ты знаешь, что я там хранил? Так что не, ты просто не знаешь, что я там храню. Да, чувак. Вот этот, возьмем, смотри, здесь даже, смотри, есть этот фильтр воды, есть, смотри, нормальные настройки сенсорные. Мне кажется, на удобный вариант. Он просто мелкий. Не, смотри, а зачем? А что у тебя с телом? А, мы заменили ему тело, да, но у него стал. Он, кстати, полностью голый. О. Да. Да не переживай, просто это у него такое теперь механическое тело. Полностью заменили за 5 миллионов кредитов. Можно сказать, тело одежда, то есть своеобразно. Да, да, но а ты не планируешь там одежду? Ну, он эксгибиционист, любит ходить всем, трясти свой гибершлан, показывать. Да, про него много слухов есть. Но мы ему купим что-нибудь, не переживай, купим мы ему какой-нибудь плащ. Очень надеюсь. Так, вот, смотри, в общем-то, псих, смотри, ну просто большие широкие холодильники нам не нужны. Мы же с тобой не готовы, готовишь? Ты будешь готовить, я буду готовить, я не буду готовить. Нет. Ну, хрен, что ты. Зачем вообще дорогой холодильник, учитывая, какая у вас хата? Псих, смотри. Так, а мы ремонт делаем, да, мы ремонт делаем. Смотри, псих. Насчет плиты, смотри, знаешь, что ты заметил? Вот эта мне плита нравится, снега крутая. Просто смотри, вот у нее стиль, дизайн очень хорошо подойдет вот именно под этот холодильник, посмотри. Вот реально. Да как она подходит? Вот смотри, здесь такие бирюзовые полоски, и там как раз такие. Ну, тогда давай возьмем вот такую. Ну хотя, ну да, бирюзовые полоски есть. Ну давай, ну а это, мне кажется, просто будет стоить дорого с бирюзовыми полосками. Может, в скидку выбьем, я не знаю. Вон, да если ты мне сейчас денег скинешь, я могу попробовать заказать нам на хату его, хочешь? Типа у нас же, не забывай, у нас 2 ляма. Ну ты скинь мне пол ляма, я думаю договорюсь там. Сейчас, давай. Так, хорошо. Тогда иди пока, знаешь что, Я хотел еще что-нибудь посмотреть, может. Знаешь что, тогда давай я здесь... Стиралку, ну не знаю, я 80 лет ту одежду не стирал. Так, давай, знаешь что сделаем? Ты пока иди наверх, да, посмотри там мебель всякую, диванчик и все остальное. А точно, я пока, наверное, закажу, но вот этот холодильник берем, да, и тогда ту плиту смотри. Да, а может тогда еще чайничек какой-нибудь, смотри, чайничек. Чайник.
Тебе, Влад, нужно что-нибудь? Чайник какой-нибудь или термос? Не, 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 о, смотри, 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 вот такой, смотри, вот такой, вот такой, вот такой. Вот такой, вот такой. Я думаю, что подойдет там? А что, он такой прозрачный просто. Ну все, да ты иди пока наверх мебель посмотри, а я пока, когда придет консультант, она просто проверяет для холодильника все такое. Блин, возьму нам вот этот холодильник, возьму вот эту штуку, ну, слышишь, стиральную машину набрать не буду. Ну да. Хотя вот, судомойку не знаю. Хотя вот это вот, какая-то вот, либо это подходит под стиль. Ой, ну вот да, это... под стиль подходит. Вот смотри, посудомойка еще есть. Смотри. Посудомойка? Ну, посудомойка, я не знаю. Ну, типа, у нас раковина, а у нас раковины нет, поэтому нужна будет посудомойка, да. Ну, ну да, у нас раковина тоже. Все, ладно, давай, иди, я закуплю нам всякие мебели. Давай. Надо еще ванну, что-то посмотри, ванну, то есть, ну, чтобы раковина там, не знаю. Наверх сходи, посмотри, может, что там ну, будет. Да, давай, глянем. Давай, давай. Я пока пойду за консультантом, а то что-то долго, она долго. Так, что тут реально застряло, ты, Злата, тогда посмотри еще что-нибудь, может, чай чем-нибудь нужно. Вот, ну, посмотри, все-таки, стиральная машина, может, нам подойдет, сейчас пойду, пока поищу, где она там. Так, а ну что-нибудь здесь интересно нужно будет? Может, какую-нибудь приставочку домой? О, или телевизор, ё-моё. Не, ну телек-то у нас сперли, тут еще тем более скидки. Не, ну телек я бы взял. Девушка! Девушка! Вы где там? Девушка! Staff only. Девушка! Потерялась где-то. Не, ну телек вообще кайф. Такой телек я бы к нам домой взял. Где он там застрял? Да, да, я тут, я тут. А, да, ну вы что, посмотрели, есть другие расцветки? К сожалению, на склад сейчас нет, но под заказ, и вы можете указать любую расцветку для вашего холодильника или любой другой техники. Все, хорошо, пойдемте за мной, девушка, пойдемте за мной. Так, Злата, слышишь, говорят, нашел, да, она говорит, сейчас здесь на складе ничего нет, но можно заказать под заказ, типа, и пару дней привезут, доставят. А, ну, можно и под заказ, наверное, как-нибудь проживу без холодильника. Так, хорошо, ну, два дня, дорогая, ну, типа, да, разберемся. Знаете что, можете мне сказать стоимость вот этого холодильника? Так, вот холодильник сейчас просканируют, так, 75 тысяч кредитов. 75 тысяч, хорошо, хорошо, хорошо. А вот эта вот плита сколько стоит? Так, она будет стоить 35 тысяч. 35 тысяч, хорошо. А вот этот вот чайник? Чайник, ну вот эти будут помощнее. Так, вот этот будет вроде стоить 2000 кредитов. Хорошо, а вот эти вот шкафчики снизу не продаются? Нет, это для товаров. А, хорошо, вот эта вот посудомойка сколько стоит? Ой, не, вот лучше вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это подороже, 25. 25, хорошо. Так, ну и стиралку, ну стиралку, ладно, разберемся. Так, и сколько все выйдет? Вот этот холодильник, значит, плита, чайник, сколько выходит? А, и посудомойка. Можете посчитать, девушка? Сейчас. Злат, ты будешь пока начитать, там, залывышь это, ну, холодильник. 132 тысячи кредитов. 132, хорошо, смотрите, вот 100, 10, 20, 30, 130... 2. А доставка сколько будет стоить? Доставка. Так, сейчас посчитаем, примерно делить на 100. Доставка будет стоить еще дополнительно 5000. 5000, хорошо. Вот держите. 1, 2, 3, 4, 5. Так, адрес доставки давайте сейчас вам скину. Погодите, секундочку, давайте. Через идентификатор, погодите, давайте руку. Опа. Ага, так. Отправляю адрес доставки, все, хорошо. Так, ну и ты, Злат, давай пойдем оформишь, наверное, холодильник себе или как? Ну да, да, пошли. А куда нужно, на кассе? Ну, наверное, на кассу. Ты, или ты будешь это наличные оплачивать или как? Нет, нет, конечно, пойдем. Тогда, наверное, на кассу, пойдем, пойдемте туда, девушка. Вас же, наверное, оплачивают, то есть через идентификатор, то на кассе, да? Так, да ты пока оплачивай, Злат, я тут еще посмотрю что-нибудь. Ох ты, приставочки какие всякие. Ох ты, ё-моё. Не, ну я думаю, можно домой чем-нибудь все такое взять. Не, сканирую. Вот я виноват перед психом за то, что тебе больше нет. Ожидайте свой заказ когда-нибудь. А, еще цвет-то скажите, цвет, какие цвета? Ну, может, мне кажется, стоит за это. Давайте я вам на индикатор скину расцветку, примерно. Хорошо. Так, получилось все хорошо. Ожидайте заказ в течение 2 дней. Так, девушка, еще кое-что, еще один момент. А вот сколько стоит этот телевизор? Здесь написано скидка, типа, большая. Сколько? Воу, крутой такой. Так, сейчас пробью. Так, там стоит больше 500 тысяч, но со скидочкой 210 тысяч. 210 тысяч?
Со счет 10. Вроде 10-10, но здоровый, конечно, крутой, ну, такой. Ну, Вася вообще вроде телека нет. Да, да, ну давайте, 210. Ты слышишь, любимый смарт-ТВ, очень хороший телевизор. Тогда давайте, раз, 200, и 10, вот. Доставку вы там включите в мои вещи, которые да, вы да, туда? Да, да, все, в принципе. А смотрите, смотрите, можете сюда подойти, еще кое-что посмотреть хочу. А, в общем-то, у меня друг компа лишился, примерно такой же комп был. Сколько такой комп у вас стоит? Вот такой. Ну, это, конечно, дешевенький, вот такие получше будут. А ну хорошо, а сколько вот стоит вот такой вот этот светящийся крутой? Так, такой компьютер будет стоить 100 тысяч кредитов. 100 тысяч? Ну, что-то дороговато. Ну ладно. Хорошо, предложим его. А, потом, значит, тут клавиатура. Клавиатура и мышка, вон там, кажется, есть, да? Клавиатура и мышь. И, ну, какой-нибудь простой мониторчик, ну, вот такой вот, предположим. Сколько будет стоить? Так, а какая клавиатура, какая мышь? Ну, клавиатуру, давайте простую, эту вот черную, или погодите, какую. Ну, вот такую, вот простая серая клавиатурка, вот такая. Да, простая, хорошо. Или, может быть, к такому крутому компу вот такую вот клавиатуру купить, смотрите, крутую? Но она будет стоить на 1000 дороже. Давайте вот эту клавиатуру крутую. Угу. Тут, значит, мышечку крутую вот тоже давайте, какую-нибудь подсвеченную. Так. Ага. Хорошо, записала. Так, ну вот этот монитор изогнутый, прикольный. Давайте его тоже. Угу. Итого, все это будет стоить 40 тысяч. 40 тысяч, хорошо. Монитор, видимо, дорого, да, вышел? Да, 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 10, монитор. 20, 30, 40. Вот, держите, 40 тысяч я скинул. Все, это что? Все, давайте ждем, чтобы доставили, все хорошо? Хорошо. Все будет доставлено. Все, да, хорошо. До свидания. До свидания. Ты что, можешь что-то еще брать? А то я прям пришел, так закупился. Ах, колоночки еще. А на колоночки тоже потом. Капец, эти магазины, я вообще, да типа... Да нет, только холодильник нужен. А где твой этот псих? Умер псих, да ладно, пусть сам уже разберется, может он что-нибудь мебель кому-нибудь купит. Вот, мы, наверное, пока пойдем все-таки. Может, твой холодильник пока выкинем или что-то еще, я не да, знаю просто. Да, пойдем. Я буду по нему скучать. А знаешь, я тебе бы еще одно место да? хотел показать. О, тихо. Димон, Зина. Тихо. Тихо, придись. Артемон, Лина. Что они здесь делают вдвоем? Что? Ну интересно, что они здесь вдвоем делают. Пойдем за ним, давай проследим. Ты же вроде хотел нам какое-то место показать. Зачем нам следить за ним? Да ну, давай, интересно. Она же все-таки моя внучка, что он там с ней задумал, ты понимаешь, что? Ладно. Типа, помоги мне, нужно узнать, вдруг он что-то собирается с ней грязное сделать, этот Артемон. Так, ты идешь? Да. А потом сходим в одно, знаешь, вот ты мне поможешь проследить, а я потом схожу тебя в одно очень красивое место. Хорошо. Так, Бушка, сейчас заметят. Пригнись. Куда они идут? Старфакс? А, это кофейня, кстати. Круто, ты пила там кофеек? Один раз была с подругой. Ну и что ты брала? Нужно брать себе киберлата, ты знаешь, киберлата, вот так. Не пробовала. Так, смотри, нужно как-нибудь вот обо все обойти. Я предлагаю, чтобы нас не заметили, иди сюда. А я там пока, наверное, свой заказ будут делать. Так, сюда. Ага. Здесь насквозь пробежим. И через улицу пройдем. Давай. Фух, капец, напряженочка. Так, они там еще? Не знаю, сюда не видно. Нужно поближе подобраться. Поближе. Ага. Да, они еще там, я вижу Лину. Тебе на заказ? А ты слышишь, о чем они говорят? У тебя, может, есть какой-нибудь модуль, ты не знаю, может, слышишь, я просто вообще не знаю, о чем там говорят. Слушай, ну у меня есть модуль, который слышит на дальнем расстоянии. Если хочешь, могу попробовать что-нибудь услышать. Давай. И о чем они говорят, можешь попробовать услышать? Ну, пока они делают заказ. Ага. Так, кажется, они говорят о кофе и хотят сходить к Лине домой. А Лина его приглашает или он навязывается, я не могу понять. Лина приглашает. Лина пригласила Артемона к себе? Да. Нет, чем они там будут заниматься? Может, знаешь? Ну, так слишком близко к ней подходит. Пока они больше не говорят. Не, мне кажется, у них там был какой-то разговор. Все, они выходят. Они выходят, аккуратно. Все, мы далеко. Так, ладно, они сейчас придут вроде домой, поэтому ты нужно аккуратно. Да. Аккуратно. Все, идут. Так, они, видимо, домой пошли. Ох, ладно, здесь не будет там ничем непристойным заниматься. Хотя, мне, да, в принципе... Да, все. Мне, в принципе, все равно. Да,
Хорошо. Она все-таки взрослая девочка. Ладно, покажу тебе одно красивое место. Да-да-да, одно крутое место. Место? Хорошо. Да. Есть одно местечко, думаю, тебе оно должно понравиться. Я не знаю, бывало ли ты здесь, бывало ли когда-нибудь в этом вот зале? Нет. Никогда не было, да. Как тут здесь... красиво. Да, здесь ресторан, но он сейчас закрыт из-за вируса. Слышала про новый этот каштановирус? Каштановирус? Что? Не слышал, вот говорят, в Китае нет. Зародился, вот да. Так, нет, ладно, хорошо, пойдем. Сейчас я тебе покажу, но тут самое красивое здесь сверху, пойдем. Ну, пойдем. Пойдем. Здесь очень красиво, думаю, тебе понравится. Смотри на эту красоту. Вау. Че, никогда здесь не была? Я ни разу не была здесь, да? Нет, ни разу не была. Да, вот такая красота есть у нас в городе, вау, да? Как тут красиво. Да. Тут прям прекраснейший. Прям офигенно. Тут еще, смотри, елочки всякие зимние. Так, ну, смотрите, как офигенно. Сюда даже можно подойти, и здесь можно даже, смотри, аккуратно на камешке стоять, только воду не упади. Хорошо. Офигенно, да, офигенно, смотри, как здесь круто сделано. О, какие пальмы красивые. Да, говорят, что это в этой оранжерее, короче, есть все растения с нашей страны. Да. Вообще круто, да? Вау, да, круто. Ох, во всем этом сраче нашего города, огромного этого города современного, да, заходишь в такое место. Да, красиво. Заходишь сюда, здесь чистенько, красиво, растения. Жаль, конечно, то, что они не смогли воспроизвести свежий воздух. Этого действительно не хватает в этом городе. Да. После того, как, знаешь, очнулся из криокамеры, так ни разу за город ты и не выезжал. Хочется, наверное, все-таки где-нибудь найти какое-нибудь уединенное место, пожить какое-то время в уединении, в лесу, подышать свежим воздухом. Фух, а то в городе, конечно, знаешь, чувствуется вот этот вот... Да, тут уже нет свежего воздуха. Ну, как тебе это местечко? Тут очень красиво. Тебе понравилось? Да. Да, ну, не знаю, куда дальше пойдем, не хочешь? Может, где пойдем? Я просто проголодался. У тебя там холодильник-то сломался, но, я так понимаю, продукты-то надо есть, чтобы они не испортились, да? Ну да. Может, накормишь меня чем-нибудь там своим фирменным-то? Ну, посмотрим. Да, так что, ну, пойдем, да, я как раз голодный. То со своим дедом, ты знаешь, сильно не поешь, особенно когда у нас нет этого. Когда у нас нет вообще ни холодильника, ничего. Ну, сейчас все будет, ты видел, сколько там закупил, сколько денег потратила. Ох, закупился, конечно, знатно, но надеюсь, что это. Кстати, смотри, они здесь уже это. Давно достаточно эти трубы чинят. Что они там интересно копают? Ну, видимо, что с трубами случилось. Важно, значит, вся инфраструктура. Знаешь, так был рад я снова ходить по этим районам без. Ну, без того, что типа беспоясненно, что желторотики нападут, а то каждый раз с ними драться, я каждый раз думаю, что это может быть последний раз. Ведь фиг знает, один раз они могут и накидать мне по щам, и в итоге я, ну, просто отъеду. Очень-очень. Хорошо, что Артемон договорился с ними, и теперь больше нет всей этой войны, вражды и так далее. Да. Так, 12, да? Поехали, да. Поехали. Так, ну что, сейчас поедим, значит, чем будем заниматься там, все такое. Да, не знаю, кстати, я купила новый шкаф и растения, хочешь покажу? О, да, давай посмотрим. Шкаф, говоришь, новый, интересно. Да. Вот, а потом, когда мы пока будем кушать, кстати, можем пойти и посмотреть это. Ну, досмотреть «Выживание в России», помнишь, смотрели? Да, помню. Ты без меня смотрела вообще? Нет, я тебя ждала. А, ну все, да все. Ну тогда погнали. Посмотрим сериальчик, так сказать. Так, хорошо. Интересно, станет ли он мэром все-таки? Ну, мэром, ну да, вот узнаешь, да, сериал-то он такой. Ладно, ты пока делай все, я это, наверное, в ванну у тебя схожу, хорошо? Хорошо, иди. Да, а то все-таки пару дней прошло, надо мыться, а то, сама знаешь, у меня в дома только туалет, в туалете мыться не круто. Да, у вас очень неприятный дом. Да. Так, тут все еще вещи лежат, смотри-ка, видимо, не убрала, не постирала. Ох ты, нифига, ванна-то уже готова. Ой, водичка-то горячая, ё-моё, это кайф. О, кайфовая горячая водичка, офигенно. О! Что? Ну, слушай, может тебе нужно потереть спинку? Мне? Потереть спинку? Ну, да. Ну я люблю тереть спинку, запрыгивай, конечно. Давай сначала ты мне потрёшь спинку, потом я тебе потру спинку. Да?